Капуэра – уникальный вид боевого искусства. Главное отличие – обилие акробатики, использование низких положений, ударов ногами и подсечек. Правда, используется в боевых целях крайне редко. В основном практикуют этот вид спорта на различных семинарах, фестивалях и соревнованиях. Сейчас проходит фестиваль капуэры. К нам приехал мастер из Бразилии, контрамэстро Вио. Он у нас уже неделю, то есть мы неделю тренируемся с утра до вечера. Это огромный для нас рост в музыке, в капуэре, в спорте, в философии. Очень много узнали о культуре Бразилии, обо всем, то есть подняли свой уровень сразу на ступеньку выше. Сочетание элементов танца, акробатики и игры в сопровождении бразильской национальной музыки. Свое выступление мастера и ученики посвятили мастеру Паулу дос Анжус, одному из основоположников капуэры Ангола. Этот стиль боевого искусства отличается игривостью и вольностью движений, утверждает гость из Бразилии контрамашта Вео. Лично для меня это стиль, который показывает правильное направление жизни. В Севастополе капуэру начали практиковать 8 лет назад, говорит Ольга Глухова. Этим искусством могут заниматься как взрослые, так и дети. Возрастных ограничений в этом виде боевого искусства нет. Юлия занимается только 1,5 месяца, но уже девочке нравится разнообразие движений и возможности развития. Это очень вдохновляет. Здесь можно отдохнуть и телом, и душой, заодно позаниматься, поднять себя на новый уровень. Мне нравится еще больше того, что мы можем петь, поиграть на инструментах, поиграть в роте. Всего же в Севастополе свыше 50 человек занимаются капуэрой. Ольга Калинина, Виктор Кислицын, программа «Наше время».